Доброго ранку! А ми знову у гостях. Це сюжет про родину, у якої немає жодної тваринки зі звичайною історією. Першою улюбленицею стала Ляля. Зйомна квартира, я закінчила тоді обучення. Мені так хотілося собачку. Я розумію, що можна було тільки маленькою. І, ну, і то, може бути, не можна. Ну, позвонили, поговорили, владельці квартири сказали. Ну, якщо дуже маленька, то добре. Начала искать объявления, нашла той терьер, а так хотелось той терьер, да, той терьер. Потом, ну, думаю, сяду в интернете, посмотрю, какие они маленькие должны быть. Это было 9 лет назад. Посмотрела, ну, маленькие, черненькие, там, ну, хорошо. Пошла, позвонила, и так еще странный был такой разговор, думаю, ну, какой-то сомнительный же терьер, ну, думаю, какая мне разница, пойду. Стоимость была такая смешная. Ну, думаю, мне ж надо друга. Пошла, договорились встретиться, приехал. Смотрю, что-то в интернете я смотрела другое. Ну, маленькая. Действительно, была очень маленькая. И я так, эх. Ну, как обычно, в принципе, владельцы все, практически у всех, кто появляется собака, это так. И взяли. Ну, на самом деле, неправильно так выбирать животное. Это я уже... Спустя много лет, да, понимаю. Я не жалею, получилось очень удачно. 4 тойтерьера. Что может быть лучше, чем тойтерьер? 4 тойтерьера. Переросла Ляля й свою нову курточку, яку їй шили на замовлення. Зараз одяг купують вже готовий. Хвоста та щита модниця. Тойтерьєра з собачки не вийшло, але від того вона не стала менш улюбленою. І вже 9 років є повноцінним членом родини. Ляля дуже грайлива та розумна. Як на мене, виконує команди не гірше, ніж будь-яка виставкова собака. Сидіть. Дай 5. Молодець. Сидіть. Ти ж на камеру садись. Іди сюди. Сидіть. Носик. Давай. Зайчик. Зайчик. Носик. Это не любимая команда. Носик. Она ее ненавидит. Ляля. Молодец. Мне кажется, это какое-то изнасилование собаки происходит. А я к чему научилась? Танцуй. Что-то сама вот это. Носик это сырый. Танцуй. Танцуй. Танцуй, да, очень любит танцевать. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Сидеть. Зайчик. 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 Галя. Сидеть. Зайчик. Гипнотизирует. Молодец. Також Ляля себе не обділяє смачненьким. Так, сама себе. Адже, звісно, Катя та Сергій, притримуючись дієти, годують улюбленців лише тим, що їм можна, додаючи в раціон смаколики з вітамінами. Але це не спиняє хвостату, яка, користуючись відсутністю господарів, смакує дорогими сирами та ковбасами, і не тільки. Це робиться, звісно, коли ніхто не їсть. Коли нікого немає, коли забули. Проводился, ну, случайный был эксперимент. А сколько конфет она съела? Сережа остался 20, остался спать, сумка осталась на кровати, я вышла из квартиры, и Сережа говорит, тут же просыпаюсь от того, что что-то шуршит, собака в сумке, она ищет срочно, бегом. А вот с конфетами даже есть кусочек видео где-то. Приходим, я так прохожу сразу Ляле помыть ноги, и так мимо комнаты прохожу, заглядываю и вижу, что что-то не то. Сережа там стоит. Ну что, что там? А что, да, что? У меня просто реакция, немая сцена. Ну, в общем-то, это были, остались шоколадные конфеты с дня рождения. По бумажкам мы посчитали, было 20 штук съедено. Они все были развернуты. Аккуратно развернуты. Не разорванные, а так вот. Тут. И такая тропинка была вот из фантиков. Вот такую банку с вкусняшками сама открывала. Ну, она закручена. Она ее или кот ей сбрасывал, или... Мы не знаем, что все уходит со стола. Ну, бывают жвачки остались на столе. Как любой кот, он должен их сбросить. А Ляля все, что упало на пол, она должна разорвать. И вот у них постоянно такая коллаборация.
крем для тела, гарнир, тоже баночка раскрывалась, раскручивалась. Каким образом, как это происходит, я не знаю. И полностью, начисто, нет крема. Вкусный, наверное, был. Таблетки Strepsils, горло не болит. Вообще никогда. Того самого співучасника злочинного угрупування по крадіжці смачного звати Оскар. Ми гуляли з Лялей, і мені показалось, он дело в том, что он немножечко товарищ, не знаю, насколько это видно. Инвалид. Он инвалид, да, у него одна нога короче другой, и она может гнуться в разных непонятных позах. Он когда ложится, и вот когда он шла по тротуару, и так издалека смотрю, кот лежит. А он лежит таким образом, что одна нога вывернута, и вот задняя часть доскакательного сустава, она завернута внутрь. И кажется, что у него вот только бедро. И дальше нет ноги. Думаю, кот без ноги лежит. Я к нему. Кот встает, все нормально, с ногами. Ну, он такой был ласковый, он так хотел есть, видимо, потому что подошла женщина с коляской, с ребенком, начала давать ему булку, говорит, да мы его уже третий день тут кормим. Он не лялю, не испугался ничего, выглядел, конечно, жутко. И, ну, прямо он обнимался так, что мне прямо так его жалко было. В Оскара, крім порушення опорно-рухової системи, є й проблеми зі шлунком. Вуличне життя пішло пухнастому не на користь. Тим не менш, за його здоров'ям тепер пильно слідкують власники, і по котику абсолютно не скаже, що в нього є якісь недоліки. Загалом, це вже як 8 років не обділений чималою увагою задоволений кіт. Я знаю історії, коли у котів взагалі, в принципі, пара з задніх лап, ну, при цьому вони носяться, вони треба навіть запрыгувати кудись. Ну, воля к жизни у животных, наверное, не такая, как у людей все-таки. Люди любят себя жалеть, а они ищут способы. А ще Оскар має цікаву особливість, якою не можна не дивуватися. Пухнастий бігає за іграшкою і приносить її. За цим можна спостерігати нескінченно. І йому дійсно цікаво, він сам про це просить. А ось наступною незвичайною улюбленицею стала Доллі. Долли – это вот как раз та собака, которую я выбирала так, как это должно быть. Я очень давно хотела, очень долго, в связи с профессией, поскольку я работаю грумером, я хотела, чтобы это была собака, которую, с которой можно что-то делать, чтобы это была шерсть. Ну, пудель, я так посмотрела, несколько вариантов роста. Ну вот размера, да, то есть самый маленький нам однозначно подходил, нам нужен был маленький, потому что один у нас уже есть, той терьер. Конечно же, нужно было брать той пудель. Мы остановились на той пуделе, говорю, Сережа, надо. А Сережа говорит, нет. Да, Сережа? А чему были против? Ну, тогда в стране были вот эти как раз нехорошие события и неизвестно, как, что, съемное жилье, и тут с этими тяжело куда-то, не дай бог, переезжать. Ну, немножко переживал по этому поводу, потом, когда уже этот процесс затянулся, мы решили, что ну чего уже. Да, это как раз был мой день рождения, и Сережа мне принес торт, и на этом торте был пудель, ну вот, слеплен, говорит, ну, выбирай, будем брать. Шукали для себе улюбленицю в іншому місті. Процес був не з легких, але знайшлася в Миколаєві та сама довгоочікувана пухнаста. Новоспечені власники поїхали по неї. Все було добре, Катерина та Сергій були раді новому члену родини. І повернувшись додому, життя забояло яскравими барвами. Та, на жаль, доля далі склалася не так, як хотілося. Доля п'є таблетки, 6-7 таблеток в день, в сутки. Відкривай ротик. Давай. Молодец. Нічого собі. Вона, так, вже, да, вона вже привикла їх пити, вона відкриває рот, вона знає, що куди діватися. Діло в тому, що у долі епілепсія, ну як епілепсія, це називається епісиндром, тобто це припадки епілептичні, на фоні чого вони не знають, ми не знаємо, возникла проблема. После наркоза, это, ну, опять же таки, скорее всего, есть какая-то патология в голове. Чтобы об этом узнать, нужно делать МРТ, это опять наркоз, поэтому, конечно, не пытаемся уже узнать, выяснить, чем дело, пытаемся уже бороться с тем, что есть на данный момент.
от після наркоза там був ризик цього мозга і так далі. В общем, після цього собака немножко, вона от як слабоумні дітки. Перші півтора роки, крім дещо стриманої поведінки, порушення координації та в перші місяці значного погіршення зору та слуху, ніяких симптомів більше не було. Але потім почалися епілептичні напади, з якими й борються власники. Попри це, хвостата також активна та грайлива. За її станом здоров'я ретельно слідкують. Доллі проживає в абсолютному комфорті та любові. А ще й команда виконує на відмінно. Її особливість ніяким чином не зупиняє її у досягненнях.